28 апреля на березе. Сережки созрели и падают. Ночью 10 градусов, днем 20. Пора сажать лук. Севок. На крыжовнике появились завязи. И сегодня я посадил 130 мелких луковиц севка. Расстояние между луковицами порядка 10 сантиметров. Сначала я пролил грядку водой, чтобы вода даже немножко постояла и впиталась. Затем посыпал по жменьке на 3 метра золой. У меня получилось по 3 ряда на каждой грядке. Вчера я сделал столбы, чтобы они не прослужили несколько лет. И сейчас присыплю и еще раз сверху полью из лейки. Я присыпал грядки с двух сторон. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Сейчас полью и покажу вам. Вы видите мокрые ложбинки и сухие бугорки. Здесь у меня лук, здесь у меня лук, и здесь у меня третья грядка лука. На этом все. Теперь дожди и солнце сделают свое дело.